нравится. А почему? Продажное телевидение полностью, все брехливое украинское, все, и вы в том числе. А вы пришли в комиссариат? Да посмотреть на подонков, которые тут собрались с Россией воевать, пришел. А вы? Дырявая украинская армия. Что вы? Я присягу давал на верность Советскому Союзу. Так это державы давно нет. Ну так это у вас нет. А у меня есть. А у меня нет украинской державы. Это мыльный пузырь американцами раздутый и придуманный. И сейчас они пытаются стравить славян друг с другом. У них идея, это программа «Максимум», чтобы мы друг друга убивали. И благодаря таким, как вы, благодаря таким, как вы, это пытаются осуществить. Ваши действия какие? Мои действия? Да. Да вот я наблюдаю. Нет, дальнейшие ваши действия. Вот вы видите, что Россия ввела войска на территорию Украины. Что вы будете делать лично? Ну, как минимум, еще не ввела. Если ввела, так и ввела на территорию Крыма. Крым – это территория Украины. Потому что попросила крымское правительство и народ Крыма. Автономия не имеет права призывать. Да кто вам рассказал это? Вы там, какая территория Украины? Потому что Хрущев этот подонок передал лично под своими какими-то там личными интересами, отдал это Украине. Она стала территорией Украины, Крым, да? Расскажите тогда про 91 год. Чьей территории стала эта якобы независимая Украина? Расскажите. За колониальную политику местную, то, что мы стали колонией США. Расскажите это. Кому принадлежит, как вы относитесь кому к тому, принадлежит что Россия наш банк? Нарушила меморандум, Будапештский меморандум, который говорит какой меморандум? О ненападении. Да какой меморандум? Да нет никакой жалко. Украины и России. Есть единый народ, который такие, как вы, пытаются разорвать и устроить здесь гражданскую войну. Нет никакой Украины, не было никогда. Ленин придумал, они сейчас валяют его памятники. Я тоже как бы за то, чтобы его снести. Бланк, он ничего хорошего для нас не сделал. Но для Украины сделал. Появилось благодаря ему вообще такое образование, как Республика Украинская. Благодаря Бланку. Ну они его сносят сейчас. Какая вам разница, как меня зовут? Вы не хотите говорить? А зачем вам говорить, как меня зовут? Ну, как хотите, можете говорить. Ну, да, это же мое право.